Сразу к делу, бойцы. Ситуация критическая. Блэквуд начали против нас настоящую войну. И пока мы проигрываем. Враг атакует по всем фронтам. Это операция масштаба нормандской. По нам наносят удары при поддержке с моря и воздуха. Вы должны срочно вмешаться. Силы противника приближаются к нашей базе. Атакуйте их с флангов из реактивных гранатометов. Это реактивный гранатомет с управляемыми снарядами. Наведите ракету на цель в полете. Она будет следовать за перекрестьем прицела. Макула 226 на позиции. У нас новая проблема. Блэквуд захватили ракетные шахты. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Ракеты готовятся к запуску. Проберитесь через лес и войдите в шахты. Ракеты запущены. Блэквуд блокирует все дороги, так что будет жарко. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Этот чертов крейсер держит шахты под плотным огнем.
точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Турели, сбейте их как можно быстрее. Цель Блэквуд. Боже, это 10-миллионный город. Они обвинят во всем нас и устроят глобальный мировой кризис. Мы должны взять под контроль эту ракетную шахту. Вы знаете, что на кону. Это один из взломанных терминалов, перенаправляющих наши ракеты. Вырубите его. Так, в нижней части шахты есть еще один терминал. Он отвечает за протоколы запуска ракет. Заблокировали все проходы, но кое о чем забыли. Правильно, вентиляционные шахты. Я убил стрелка.
Граната! Терминал уже рядом. Остановите запуск ракет. Очень вовремя. Теперь ракеты снова под нашим контролем. Ожидайте дальнейших инструкций. Миллионы людей обязаны вам своими жизнями, но вряд ли они об этом когда-нибудь узнают. Ну, зато Блэквуд теперь не смогут обвинить нас в своем чудовищном преступлении. Атака Блэквуд — это месть за нашу недавнюю операцию «Черная акула». Мы загнали врага в угол, и ему некуда деваться, но от этого он становится только опаснее. Теперь Блэквуд не остановится ни перед чем. Это мины. Весь сектор только что превратился в большое минное поле. Блэквуд отправили в бой экспериментальный вертолет. У нас нет сведений о его вооружении, так что будьте осторожны. Вы должны сбить вертолет, пока он не натворил дел. Акула 2-1-1 на связи. Отслеживаю множество целей. Готов открыть огонь. Огонь по цели принял. 0-9-9, контакт.
Боезапас пополнен. Игроки воскрешены. Маркула 226 на позиции. Где связи? Птичка противника в небе. Бейте ее. Акула 099 на позиции. Меня попали. Запрашиваю помощь. Сектор 2740. Плохая видимость. Огонь с поправкой. С главной базой. Бойцы, это генерал Уортон. Нужна ваша помощь. Ракета больше не представляет угрозы, но мы потеряли связь с другой командой. Отправляйтесь во вторую шахту и проясните ситуацию. Конец связи. Пошли!